защитник человечества. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Как же надеются? Нифига они про нас не знают. Да и хрен с ней, с славой. Разобраться бы с этой зоной. Не, ну ты конкретно рамсы попутал, мутами. Они тебя сейчас уроют, ты понял меня? «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько ПСИ-установок. Самая крупная из них известна вам как «Выжигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «Сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность.